Привет, это Настя Сван. Добро пожаловать. Привет, ребята, доброе утро. Я не знаю, у вас было когда-нибудь такое чувство? Вы куда-то бежите, у вас не хватает кислорода, вы просто задыхаетесь и думаете, что у вас мало времени, а потом вы на секундочку задумываетесь и понимаете, а куда я бегу-то в конечном итоге? Именно так у меня сегодня начался день, и мне кажется, что это из-за того, что у меня сегодня слишком много всего должно произойти и слишком много интересного запланировано на сегодня. Я выпила сегодня кофе, но еще не позавтракала. На завтрак мы запланировали встречу вместе с Инной. Сейчас как раз я подхожу к Брайан-парку, мы там вместе с ней встретимся, и мы выбрали отличное место, куда пойдем вместе завтракать. Кстати, это теперь одно из моих самых любимых мест, куда я ее поведу, потому что там делают самые вкусные авокадо-тосты, которые я когда-либо пробовала. Я пришла в это кафе несколько дней назад, и они накормили меня очень вкусно. Я познакомилась с владельцем этого ресторана. Спустя 3 дня я возвращаюсь к ним, потому что мне там безумно понравилось. В Нью-Йорке, как всегда, очень шумно и куча людей. Ничего особенного. Это Брайант-парк, кстати. Заказала авокадо-тосты, как всегда. И мы сейчас болтаем. Инна заказала себе цукини-пасту. Цукини-паста и по-вегански. В общем, сейчас будет раунд 2. Я заказала себе второй авокадо-тост. Давай, за жизнь и за любовь. Мне кажется, дождик собирается, нет? Нет, сегодня не будет дождя, я уже проверила. Завтра. Просто пасмурная погода. Какой-то парк впереди. Сейчас я подошла к своему отелю, в котором я должна буду заселиться на будущие 3 дня. Когда я зарегистрируюсь в отеле и поднимусь в свой номер, я вам все обязательно подробнее расскажу, хорошо? Это ванная комната, насколько я понимаю. Посмотрите на этот вид. Это World Trade Center. Многие его, наверное, знают. С ума сойти, как здорово. Итак, ребята, пришло время рассказать вам, что вообще происходит, где я нахожусь. Если честно, то это произошло очень все спонтанно. То, что сейчас со мной происходит, у меня до сих пор не укладывается в голове. И с чего начать рассказывать, я тоже не знаю, потому что буквально неделю назад я засыпала очень поздно ночью, и у меня в голове были мысли о том, что я безумно хочу начать работать в Нью-Йорке, о том, что я хотела бы развиваться в этом городе больше. И я не помню, как я заснула, это произошло очень быстро, но на следующее утро, когда я проснулась и зашла в свой имейл, не через год, не через месяц, не даже через неделю, а на следующее утро мне приходит предложение о работе с огромной компанией, которая называется Бершка. Когда мне люди говорят о том, что «Настя, какие мечты, все решают в мире деньги!» Вот вам ярко выраженный пример. Девочка, которая с 13 лет снимает видео и просто искренне верит в том, что действительно есть счастье, удача в этом мире, и то, что вся твоя работа, которую ты вкладываешь в свое дело, она тебе в какой-то момент даст отдачу, это 100%. Говорите мне все, что вы хотите, все, что вам угодно считаете, но вы должны просто любить жизнь колоссально, любить ее полностью, погружаться и ощущать эту любовь с головой. Если вы любите вашу жизнь, то и жизнь будет любить вас и направлять вас в правильном направлении. Сейчас время где-то 2 часа, я пришла в свой отель, заселилась, разложила какие-то вещи, и в 5 часов у нас назначена встреча, мы идем ужинать со всеми блогерами, встречаемся, вся наша компания. И посмотрим, что будет дальше, потому что я не в курсе, если честно. Хоть здесь и стройка, и куча мусора, все так неопрятно и вроде не убрано, но почему я вижу в этом красоту? Я одна в этом вижу сумасшедшую эстетику. Я приближаюсь, я вижу ее. Мне дали возможность сейчас походить по магазину Бершки, выбрать себе 3 наряда на эти 3 дня, которые я буду надевать. Давайте вместе что-нибудь выберем. Посмотрите, как здесь круто и атмосферно. Давайте начнем примерку и посмотрим, что из этого выйдет. Что-то определенно здесь не так. Как вам вот этот вариант?
Мне кажется, что вот этот наряд выглядит довольно неплохо. Этот наряд мне нравится больше всего. Я его надену на вечеринку открытия этого магазина. Просто посмотрите, как здорово получилось его сочетать. А вы как думаете? Я только что провела 2 часа, выбирая наши наряды, но это нормально, это стабильная ситуация. Сейчас я наконец-то, меня отпустили, у меня есть свободное время, я могу сходить покушать и буду помирать от счастья. Ребята, я только что пришла в свой номер, купила себе хлебцы и творог, буквально перекушу, потому что я очень голодная. Сейчас посижу, посмотрю какие-нибудь видео на ютубе, отдохну и опять с вами встречусь ближе к вечеру. Доброе утро, ребята! Я вчера уснула и даже не заметила, как это быстро произошло. И сейчас я проснулась, и мне нужно идти в 9 часов на завтрак. Так совпало то, что мы сейчас должны встречаться и завтракать в одном месте, которое я просто обожаю. Оно недалеко от моего отеля. Поэтому я туда быстро добегу. Я вам тоже желаю хорошего дня, если вы только проснулись. Итак, я готова выходить, потому что у меня осталось 10 минут. На мне классические черные джинсы, белая майка с надписью. И дополняет образ вот такая обалденная шуба, в которую я просто влюбилась. И вот такие боты. Ботинки тоже супер крутые. Очень популярное место, оно называется The Butcher's Daughter. Если переводить на русский, то это значит дочка мясника. А суть в том, что это место для веганов. Уловили шутку? Say hi to my vlog. Oh, hi. Hello. My name's Jerry. We're yeah. from LA. Yeah, that's so cool. Просто посмотрите на этот обалденный завтрак. Я просто уже замерзаю, но мы должны отработать этот день по максимуму, и никакая погода нам не должна помешать. Посмотрите, в каком красивом месте мы сейчас находимся. Но самое главное, что мне нужно сегодня сделать, это в 7:30 быть в том месте, где открывается новый магазин. И там будет сегодня мероприятие. Должно быть все очень круто, атмосфера будет незабываемая. Потому что вчера вечером, когда уже было поздно, я гуляла с музыкой в наушниках и проходила мимо этой локации, они там все меняли, какая-то там стройка была. Поэтому 100% они не разочаруют. Время идет с ума сойти как быстро. И уже будет скоро закат, сядет солнце, и атмосфера города сразу изменится на 360 градусов. Но во сне сегодня я была то ли в России, то ли в Латвии, я не помню, но в общем я чувствовала во сне такую очень добрую домашнюю атмосферу. И утром, когда я резко открыла глаза и проснулась, первая мысль, которая я была, черт, я же в Нью-Йорке. Когда я уезжала в Нью-Йорк, я думала, я еду в Нью-Йорк, какая может быть ностальгия, вы что, издеваетесь? И причем я скучаю по таким вещам, о которых я бы дома даже не вспомнила. Уже очень скоро, ребята, мы с вами увидимся на мероприятии. До встречи. Мне очень нравится мой сегодняшний образ, я чувствую в нем себя безумно женственно. Джинсы и боди — это все от Бершки, конечно. Это новая коллекция Бершки, как вы можете заметить. И вот мои боты. Вот и я. Я просто влюблена в этот образ. That boot.
Never really scared to